Продолжаем мега распаковку. Значит, дальше. Здесь уже все понятно. Здесь уже все по плану, все с отслеживанием. Дошло, кстати, вот только подсветка для ванны шла очень-очень долго. Терялась два раза. Все остальное дошло за 3 недели. Здесь у меня шапка. Одна шапка потолще потерялась. Ну, деньги, естественно, по спору продавец вернул. Эта шапка пришла быстро. Это совсем, можно сказать, летняя тонкая шапка. То есть, ну вот, прямо летняя, можно сказать. Вот она даже просвечивает, видите? Прям реально, ну, через нее видно. Да, видно. То есть, вот. Через один слой все видно. Ну, либо осенью на очень теплую осень, либо, как я сказал, уже летом. То есть летом подул ветерок или вечерком надел. Такая, ну, я бы не хотел говорить рэперская, но такая вот шапочка. Даже в стиле баф, как я люблю просто баф надевать. Ладно, себя показывать не буду, но такая вот очень легкая двойная, но тем не менее даже просвечивает, через нее все видно. Ссылка в описании, кому-то может быть нужно. Стоил что-то совсем доллар или доллар с небольшим. Может быть, порвется. Может и порвется, но и стоит она доллар. Ссылка в описании, перейдем к следующей посылке.